Сегодня мы пройдем по одному из красивейших ущелий Австрии – Зайзенберглам. Здесь проложила свое русло горная река Вайсбах. Ущелье начало формироваться около 12 тысяч лет назад, когда лед последнего ледникового периода в Альпах растаял. И за счет мощного потока воды горный ручей Вайсбах пробил свое русло в известняковой скале. Это глубокое ущелье с узкими стенами создавалось тысячелетиями. По своему геологическому строению ущелье можно разделить на две части. Верхняя часть ущелья более узкая и темная, где скальные стены не пропускают солнечный свет. Эту часть ущелья называют темным ущельем, в котором вода грохочет, срываясь вниз, демонстрируя свою мощь и силу, пробивая себе путь через каменную глыбу.
Пройдя через темное ущелье, поток воды, теряя свою мощь и силу, протекает уже спокойнее и тише. Здесь на береговых склонах растут многочисленные травы, многолетники, деревья. В 1831 году в нижнем, более спокойном течении была выложена деревянная дорожка длиной 600 метров для посещения туристов. Сейчас это является главным входом в ущелье. Также в прошлые времена, когда ущелье еще не было открыто для посещения, оно использовалось для сплава леса. Застрявшие в расщелине бревна расчищали специальные рабочие, которых называют дрифткнехты. В 1916 году из-за сильного наводнения ущелье было затоплено, и деревянные дорожки были разрушены. На несколько лет ущелье было закрыто, и только уже в 1954 году было снова открыто для посещения туристов. В 1976 году ущелье объявлено памятником природы и взято под охрану государства. А это старая мельница, построенная в 1564 году. Со временем это здание перестраивалось, но все равно оно сохраняет дух того времени. В 19 веке мельницу переоборудовали под лесопильню. Здесь и сейчас проводятся работы по обработке дерева. Если вам понравилось это видео, напишите свои комментарии, спрашивайте, с удовольствием ответим вам. Ставьте лайки и до следующей встречи на видео. Будьте здоровы! Всем пока!